Наконец-то. Наконец-то мы научились управлять стражами. Если продолжим в том же духе и научимся управлять чудищами, то получим в руки оружие, с которым сможем достойно встретить Ганнона. Так, что тут происходит? Мы проводили эксперимент со стражами. С ними нам никто не страшен, даже самое ужасное бедствие. Мы победим Ганнона. Не спорю. Эти древние машины, конечно, важны для нашего королевства. Однако, разве у принцессы Хайрула нет других, более важных дел? Скажи мне, Зельда, сколько еще ты будешь убегать от ответственности? Я не убегаю. Несколько дней назад я ходила к источнику храбрости и вознесла там молитвы. Я больше повторять не буду. Занимайся делом, а машины оставь другим. Ты что, думаешь, они помогут тебе обрести силу, чтобы одолеть Ганнона? Я не знаю. Я делаю все, что только могу. Все, отец. Я просто хочу попытаться хоть чем-то помочь, довольно быть полезной. Довольно оправданий. Больше никаких машин. Это приказ. Иди на источники и занимайся. Посвяти этому все свое время. Знаешь, что о тебе говорят во дворце? Как тебя называют? Рассказать? Полная бездарность. Бестолковая принцесса-неудачница. Докажи, что это неправда, что это не так. Поняла? Да, поняла.